После Актогайского района павлодарские волонтеры начали собирать гуманитарную помощь в Акмолинскую область. Сбор помощи начался сегодня, а уже через 3 дня его направят пострадавшим. Житель Павлодара Мурат Турсунов – один из тех, кто пришел протянуть руку помощи жителям Акмолинской области. Он говорит, что в это непростое время нельзя оставаться в стороне и бездействовать, ведь от природной катастрофы никто не застрахован. Мы должны помогать своему народу. Я думаю, если мы все объединимся, то наши сограждане благополучно выйдут из этой катастрофы. Желаю всем благополучия. Да. Көмектеріңізді сұраймын, қазақ халқына амандық болсын, тыныштық болсын деймін, амандық тілеймін. В качестве гуманитарной помощи принимают все необходимые вещи. Прежде всего, это продукты питания, одежда для детей и взрослых, гигиенические и бытовые предметы первой необходимости. В данный момент население активно помогает. Жители города Павлодара звонят, пишут, приходят даже в нерабочее время. Кто-то продукты, кто-то средства личной гигиены, кто-то постельные привозит, одежду. Все желающие могут оказать помощь, обратившись в Центр развития молодежных инициатив по адресу улица Ломова, 38. Валентина Леонова, Жанасыл Серикбол, Арман Якубов, ЕРТС Акпарат.